Теннисные столы, турники, зоны для отдыха и многое другое. Все это появилось на обновленной спортивной площадке «Место силы». Площадка для тренировок находится рядом с речным вокзалом. Она как раз уже была спортивной, тут стояли старые турники, но она была неблагоустроена. И в итоге ребята взяли за эту площадку, она из маленькой превратилась в большую. Сделали замечательный, прекрасный проект. Теперь для нас задана новая планка, как необходимо организовывать спортивное пространство в нашем городе. Площадку обновили по инициативе двух предпринимателей – Константина Колотыгина и Дмитрия Богданова. Им было важно сделать что-то полезное для города. Так и появилась идея создать новое место для занятий спортом. С нами работали дизайнеры, которые увидели немножко все по-другому. Они добавили к спорт-объектам дизайнерские объекты, чтобы это получилось не только местом занятия спортом, но и арт-площадкой, где могли люди и жители города, и гости города просто отдыхать. На самом деле это была, наверное, единственная цель, чтобы люди сказали спасибо. Я рад, что я смог это сделать, дошел до благотворительности и могу помогать своему городу. Территория предназначена для разных активностей – для групповых видов спорта, воркаута, кроссфита, настольного тенниса и бокса. На торжественном открытии для гостей подготовили мастер-классы по зумбе, конкурсы и представления каратистов. На открытии собралось множество спортсменов, которые успели оценить качество турников. Все здорово, очень современно. Вообще целых 3 месяца следил за ее постройкой. Я считаю, что это прям очень крутая площадка. Для жителей Самары, мне кажется, это топчик прям вот из всех вариантов. Вход на спортивную площадку свободный. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События.